Ты что, всю песню сначала, да? Так давай куплет. Давай, а я этот. Да. Маэстро на бис. От Одессы до Херсона песенка плывет, плывет. Шедевр, а не человек, Катюня. Ой, что он там? Это он сделал трель или Изя? Ой! Любовь моя, иди сюда, я тебе на масле погадаю. А? Так мы же уже это... Что? Нашли друг друга. Ну, а на сухую все равно же некрасиво, елки, посмотри. Так ты ж погадать отгадай собрался. Шо-шо? Ты ж погадать собрался. Причем тут на сухую? До Херсона днем и ночью неуклонно держит курс. На старый пароход. И повсюду вместе с нами над высокими волнами от Одессы до Херсона песенка плывет, плывет. Друзья, всем привет, с вами Клип Ван. Привет, мои хорошие. Эх, ты, друзьяки, Марат, это у меня уже рефлекс. Всем шалом. А скоро шаббат шалом, правильно? Уже. А, это, ну, это еще, уже да, сейчас? Еще минут 15. Слышь, она пока у нее сейчас чувство юмора вернется к ней, уже будет... Так это у тебя шаббат чувством шалом юмором, а не у меня. Марат, вы тоже молчите, когда вам нечего сказать, да? Я вообще молчу. Он молчу, неплохо говорю дома. Оно ему надо. Я хотел сказать. Ладно, давайте. И что? И ты упорно молчишь? Да. Я хотел сказать, что вот это вот дело я сегодня нагадаю, что на такого размера сковородке, а я вижу, с таким здесь количеством масла тут гадай не хочу, а хана карасю, правильно? Слышь, аж рифы и куплеты в голове поселились. А так, знаешь, что я вижу? Что? Я вижу у Марата очки, седую голову, лифчики у него в голове, трусы. Угомонись, ты уже похожа на ту гадалку на привозе. Ты же была нормальная. В голове ты это хорошо. Да, Марат, да. А, ты вот так вот в горошек думаешь? Я понял, понял. Короче, это Света сегодня... рядом. Света кормит ребенка, не мешай ей. Сегодня вас ждет... Да ничего вас не ждет. Просто хорошее настроение. Проведите с нами время, буквально чуть-чуть. Тем более такой, что он играет, что он поет, ты посмотри. Love you. Что-то про love you по-любому. Но чтобы ему птицы подпевали. Слушай, был этот Жан-Жак Пиджак, или как, который на Северном полюсе играл, и к нему медведи выходили, песни орали. Помнишь такого? Да, да. Вот он сидит, он, понял? I just call to say I love you. А где мой громкоговоритель? I just call to say I'm on Sharkey. I just call to say I love you and I need you from the cradle of my heart. Лена, ты что, это не брачный зов оленя, елки-палки, понял? Она стоит и копыт ему так вот. И-о! Я просто распеваюсь. Что хотел сказать? Короче, да пока не началось, уже я вам таки скажу. Сегодня видео, я его так и назову, понял? Лексус наносит ответный удар. А, сегодня Лексус у нас говорит? Да, я же... Марат, за... Надо познакомиться. Скажи, я же им закинул эту замануху. У Липован карася много, у японцев... Ашибори сайонара. А, я помню, помню, сколько рыбы в богатых помостится. Клюнули, что ты понимаешь? Клюнули, елки-палки, ты что? Я сегодня жарю, а они с ответным визитом. Не, мне просто, как это, до глубины приятно такого рода гостей встречать в нашем заведении. Ты что? Сегодня все придут с кимоно, вот такие вот, понял? Ну, один глаз как из Одессы, другой. А я-то думаю, чего он там сегодня все утро с этим громкоговорителем, с переводчиком разговаривал по-японски? Японский учил? Коничуа, да, я японский, брат, учу. Коничуа, сайонара, бунасяра. Бунасяра, это по-молдавски. Я немножко знаю, так что ты не обманешь. Не пали контору, он тут нас снимает со всех сторон. Эх ты. Дорогие уважаемые дамы и господа, мы продолжаем нашу музыкальную программу. Напоминаю, дамы и господа, дорогие наши друзья, можно подходить и заказывать музыку. Ты не стесняться. Здрасте. Здравствуйте вам. Салют. Слышишь? О, братик, сегодня с Днепра мы дорога. А где только что ушли? Электричка приехала. Электричка? Да. Эстрадного репертуара. Только ты говоришь, что пусть заказывают те, что ты умеешь играть. Да.
Присоединяйтесь, подходите и заказывайте музыку. Будем рады исполнить любую вашу любимую мелодию. Итак, мы продолжаем наш музыкальный вечер, музыкальную программу. Маэстро пианиста Владислава. И сейчас в ресторане «Детский Липон Артемус» прозвучит праздничная композиция для всех любителей пива. Чешского композитора Яра Марат, Пивода. Это про нас. Слышь, приготовься, пивка, приготовься давай. Пиво, пулька, пивная бочка. Ёшкин кот. Сережка, наливай. Мы готовы. Катя, мы подготовились, не позорься, елки-палки. Для всех любителей пива посвящается. У кого? О, давай. Ю-ху. Ребята, Днепро, ваше здоровье. Эх ты, понеслась, смотри, что он делает, елки-палки. Катюня, ему надо пальцы пивом поливать, чтобы не загорелось. Смотри, что он делает. Что, аж бьем? Давай. Естественно. А ну ты высокий, я тебя так. Мои хорошие, эх ты, да? Марат Джан, иди к нам. Да-да-да, если можно. Давай, конечно, он же стесняет, он же с Израиля. Я не выйду. Дай тебе малешу-то. Вот смотри, вот сюда на колечко на ободок нажимаешь. Я про это рассказывал. Переворачивай, да. Та-да-дам. Все. Братик от души. Марат. Там он просто не бритый, видишь. Та-дам-там, та-да-дам. Так, что? О, теперь как в студии. Ёлки-палки, ты что? Прям кристально красивое масло. Марат, а у вас смотри, до сих 4, пор 5. Та-да-дам, та-да-дам. Лифчики в голове, вот до сих пор. И вот свое отражение, главное, там не сфотографировать. А меня нету тут, Марат. Короче, не, подожди, как готовый, мы их будем готовить. Сейчас, аккуратненько, я хочу тихо-дико распечатать. Баба Катя лично была сегодня на рыбалке. Да. Да ты что, такие шедевры поймала, ты посмотри, елки ты палки, а? Откуда такие в Японии? Я понял, если Лексус есть везде, то этот карась. В Японии отсутствуют японцы. Приготовьте, сегодня будет сашими, жареное, фрайд сашими, правильно? Чё ты? Поддержи меня в начинании моих языков. Смотри, ну что тут долго говорить не буду. А? И это такие еще малыш. Чпунь! Не-не, оператор, тихо, чтобы ты не пали контору. Оператор, не пали контору. Димон, здорово, брат. Слышишь, а что тебя нету, а мы здесь на месте карасей жарим? Так я шучу, Так и вечер добрый. Ага. Вы на базе? Давай не мазашу, крепкого здоровья ему передавай. Тебе не хочется покоя. Кому привет передавал? Что? Кому привет передавал? Откуда я знаю? Людям хорошим. Ты видишь этот шикарный кадр, елки-палки. Все. Бросаю карасей. В карасисты пойду. Ёшкин кот, Катюня, а? Ты шо? Прям липованская библиотека. Мама дорогая. Не, ну сегодня не караси, сегодня загляденье. Слышишь, ну для японских одесситов я еще не готовил, обалдеть. Для японских одесситов? Ага. Ну, люди являются частью легенды, чтобы ты понимала. Ты что, в Лексусе работать это? Я теперь понимаю, что они так делают, с каким уважением они кланяются. Я бы сам так делал. О, Сережка, белый танец. Только я тебя не приглашаю. Белый Лексус. А что у тебя жила ходит? Где? На щеках. А я, ты что, не видишь, что я на педали? Я сейчас еду на Лексусе и газую. А я думала, ты нервничаешь или радуешься, или я не знаю, что, или... Катя, я живой человек, это эмоция обыкновенная. Знаешь, как деткам говорят? Тебе что-то неведомо? Назови, что ты чувствуешь. Сейчас? Да. Пышные чувства. Вот такое вот трогаешь. Угу. Понимаешь? Я вот именно как вот сейчас вот веду. Кого? По карасику. Ага. А ты куда снимаешь? Меня?
Я говорю, я вот веду по карасику, закрываю глаза, и мне кажется, что я по этому капоту вот этому именно шикарному веду с этими такими изгибами, вот этой вот леопардой по дороге, которая летит. Ну тебе только кажется, Сереженька. Да? Что ты стоишь вот здесь вот и просто... Помешался? Филигранно карбуешь рыбину. Если ты присмотрелась, да. То я тогда еще сказал, когда мы были в Лексусе, у этого карася, у нас, точнее, у нас с карасем много общего. Решетка на Лексусе тоже карбованная, а? Заметьте, не я это придумал, дизайнеры, я их даже не знаю. Та-дам-там, та-дам-там. Пока-пока. Та-дам-там, та-дам-там. Красивая у вас жена, Марат, вы знаете? Была когда-то, да, красивая. Слушай, от бессовестный. Сейчас иногда местами тоже ничего. Что, красивая? От бессовестный, красивая. А ты ее еще в кимоно не одевал? Откуда ты знаешь? Я ей, кстати, дарил когда-то кимоно. Да? На какую, на какую, на какую-то испанию? И что, вы крутили тебе роллы? Нет? Тогда я еще не умел крутить. И яйца не роллы. Или мозги, как там говорят, да? Отдам. Хотите заказывать музыку, пожалуйста. Для песни 200 гривен, либо просто для чаевых можно оставлять. Вот это лучше. Правильно? Что это 200 гривен? Можно и 500 дать. Из популярного эстрадного репертуара. Главное, чтобы человек был хороший. Не стесняйтесь и подходите в перерывах и заказывайте музыку. Дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, вечер маэстро-пианиста Владислава продолжается. И сейчас прозвучит интересная очень композиция. Слышь, он когда говорит... Такая молодежная. Не, он когда говорит, аж канарейки молчат, понял? Я аж сам зависаю, вот так вот. Шьет по ушам. Ваша любимая, Марат. Ага. Кружаться. О! Ай, брат, спасибо, ты что? От всех музыкантов Одессы тебе благодарочка. Ты что? Самая нежадная кепка в Одессе. Что? Да, ставьте в покое, играй то, что ты хотел. Все. Это чаевые, да. А потом начнем заказывать. Коник мой. Фу, слышишь, давно мы на гриле ничего не жарили. На вертеле давай шею сделаем. Какую? Давай. Вот посреди недели давай бахнем. Свиную. Завтра мы пойдем на привозик. О, на привозе можем купить. Завтра мы пойдем на привозик. Шею возьмем. И что мы идем? Запечем? Шею и возьмем. А, вы что не знаете, что мы будем в воскресенье готовить мандю? Сразу людей целая куча вопросов. Да не гони, ты не умеешь. И будем есть ложками. А многие даже не знают, что это такое. Мандя. Манча. Да. Манджа моей мечты. Да ты шо? Синий перчик, помидоры, масло. Эх ты, хватит. Сделаем столько, что столько не бывает в воскресенье. Так что если будешь в Одессе, или друг голодный, или не знаешь, что такое манджа, так приходи. Мы тебя отманджим. По полной. А тебе бы только вот то, что вот ты говоришь. Ты балда. Я ж тебя кормил. Это вот так вот льешь, льешь, аж течет. Жевать не надо, глотать хочется. Понимаешь? Объяснил. Ничего не перепутал. Чё ты гонишь? Чё ты гонишь? Не, она очень любит манджу. Да. По рецепту моей бабушки. Многие удивлены, там есть момент. А потом говорят, ты шо, мы не знали. Да. Завтра все как у всех, но потом начинается необыкновенное что-то. А я тебя еще не кормил ею? Эх ты. А чем ты вообще Марата кормил? Карасями. А, ну вот разве что. И еще сегодня покормил. Ты что, не читаешь комментарии? Я же ничего, кроме карасей, готовить не умею. Я как раз знаю. Меня надо. Ну, жарю я неплохо? Лучше всех. Обращайся. Марат, ты видел? Ё-мо, смотри. Фунь! А-ха-ха! Давай еще раз. Фунь! Как этот, факир. Или как он? Правильно я сказал? Да. В этот раз я не сказал лишнего? Блин, у меня эта песня настолько, которую он сейчас играет, связана именно с ресторанной музыкой. Я ее даже не, вот не в упор не помню, чтобы ее кто-то исполнял. Только да. В ресторанах все время.
А вообще, кто именно исполняет ее? Вообще не знаю, в оригинале. Это или Нэнси, или фристайл, или... Вот мне тоже кажется, что Нэнси. А он сказал... Да дым сигарет с ментолом, эй, что ты, успокойся. Я найду себе другую. Там такая фраза была. Чисто ресторанная такая музыка. В лучах ночного света. Одетая света. Хорошая настроение. С твоим ребенком. Ресторанное настроение вот сегодня. Ты посмотри на эту погоду. Даже не колыхнется. Обалдеть. И не жарко, и смотри, прекрасно. Паутина просто замерла. Мухи гуляют, что по аэродрому. И вообще даже пауки не, этот, не реагируют на ситуацию. Просто осенний Вася балдеж. Какая женщина! Бы он годика на пол такой балдес. Марат, это мое любимое время года. Я и погода. Ты что? Просто... Не, если бы, он продлился, я прям если бы он продлился на полгода, мы бы назывались Израилем, елки-палки. Нет, в Израиле такого полгода не бывает. Скорее... Максимум 3-4 дня в году. Соотношение температуры евреев скорее в Одессе. Скорее Греция, если Роженька мы бы назывались. Где-то там. А я там не был. Я не знаю. А очень плохо. Я считаю. Беги бегом. Ты за билетом. Поедем мы. Так с Маратом сейчас... и со Светом. Так, ну что, аккуратненько пожарим? Ой, я вот недавно... На чем, слышишь? Я уже чувствую, слышишь? Газуют по Одессе лексусы. Лексусы? Да, лексусы. Ну а что нет? Я недавно вспоминал, как мы ездили на машине, на Мазде еще в Еремче. Ой, какой кайф. Тю, я за рулем, они там сидят сзади себе отдыхают у Марата. Чемодан, который лед добывает самостоятельно. Бум-бум-бум-бум, капает в бокалы. Уже не помню, когда бокал в руках держала Марат. Кажется, вот буквально пару дней назад это было. Точно, точно. Да ты что, брат, давай. Чтоб я так жил. О, вы ближе всех, ребята. Спасибо огромное за вас, мои хорошие. Спасибо, что смотрите. Спасибо. Ты что, снимаешь шляпу? И я тебе говорю, Марат, да что ты как это? Давай пей. Слышь, оператор, пока наш уважаемый... Смотри, как у нас синхронно работает. Владислав пошел свои пальцы отдыхать, чай гонять. В это время включился Изя. Изя, такие красавец, давай. Сейчас мы по твои шикарные куплеты и пожарим. Сделай нам песенку за Одессу, да. Так, раз, два, а что ты их швыряешь сегодня так? Четыре. Что? Зачем ты их так швыряешь? А показать, что рыба свежая. Ты видишь, она даже... Так небрежно, да? Такой брутальный, Катя, прямо как будто... Да успокойся, это с любовью называется. Ну, не знаю я. Кому как. Слышь, значит, она дома мне говорит, шлеп, не понял? У меня слюни текут. Ну, мало ли, что я тебе дома говорю. А тут у нее этот... А может, я тебе намекаю. Скажешь мне дома. Что, Марат брыкается? Свежая рыба. А может, он намекает, Марат. Свежая рыба, ёшкин кот. Все. Если вот то, что мы с тобой делали со всеми там буквально вчера из Сома, надо было за 10 минут, то с карасем так не можно. Его конкретно непосредственно, вот сразу перед жаркой. Перед опусканием в масло. Да. Слышь, а ну-ка аккуратненько. Катюня, масло. Поет. Сегодня прям музыкальный вечер. Не хочет к вам? Представляете? Да успокойтесь, я сейчас так напьюсь и карася не пожарю. Спасибо. Ты что? Так это люди пьют там, Сережка. А, да? Ну, конечно, ты-то тут при чем? Ну, я же хотел поддержать. Свой бокальчик выпил, все уже. Все. А что, это пил уже? Ну, конечно, все уже. Подожди, это я выпил сейчас за день любителей пива, который был вчера. Я вчера профилонил, все, да. Все, закончили это. Жарим карася. Ты знаешь, что это за серый порошок? Да, это перчик. На белой муке, правильно? Да. Я уже готова исполнить карася. Не это надо. Будет... Что это вдруг не надо? Я говорю, не готова. А, играет? Слышь, а ну, Катюня, иди снимай, у тебя ребенок первый раз. Обалдеть. Запоминай. Все, оператор, гони 200 гривен. По заказу. Миланька. Слышь, она что на Лексусе, ты понял? И по педалям, по педалям. А он ветровый носит, понял это? Не, она там, чего ты? Что? Ну, конечно. Тихо, Владислав.
Владислав, Светочка, откройте вот то, что вы делаете. А вы идите пить чай. Завтра еще раз настроят, что ты как это. Если расстроится, настроят. Да, да, да. Не мешайте мне ребенку быть талантом, елки-балки. Если ваша бабушка так делала, вы бы где бы сегодня были. Не, ревнивая, так должно быть, понимаешь? Ты когда доклавишь, я подхожу, он на меня гавкает, чтобы вы понимали, елки-палки. Я с уважением к нему, но это же дети. Так, шо? Да не шо, надо уже жарить. Шо, Марат? Ялка в шопу чуть не залил. Так а ты там делай вот этот покальбе. Как это? Бей по педалям, Марат. Не, хорошая вещь, еще очень старинная. Вы мне ее не погните. Как это? Ее возраст не убил, я думаю, что вы вдвоем он оператор. Это подарок. Да. Да ты что, Катя? Ты что, в этом аквариуме хочется плавать, Марат? Ты видишь, что лосось против течения. Прибыла в Одессу банда из Амура. Жулики. У бабы Кати. Она... где-то, где-то на речке, да. Ты иди завтра к ней, она тебе расскажет, еще и даст червячка потрогать, все будет нормально. Покажет на... Брат, можешь не говорить, у тебя по глазам видно, что... скидки на китку делаешь. Что ты от Липована, да. Разбуй, обуй, нормально. Нет, а почистит, пожарит, и все будет хорошо. Это... Караси? Дунайские. Дунайские. Марат, не пали контору, дунайские. Ты что ты это, блин? Ты еще скажешь, в Израиле поймали. В Израиле нет караси вообще. Ну. А присылают, что есть фотографии. Мороженое отсюда, Запорожье с Украины. Да? Да. Тихо, Яша пришел, елки-палки. Яша пришел. Ого, от тебя, ага. Так, а ну-ка, стой, я сейчас. Ребята, все уже в мире знают. Так я для тех, кто не знает, еще скажу. Масло надо лять столько. Наливать. Чтобы вот этот вот хребет. Катюня, ты я не меня, покажу, ты покажу, вот это покажи. Вот этот вот хребет был в масле. Здрасте вам. Это самое главное. Короче, они должны там. Иначе радости не видать. Мараджан, у нас тот карась 5 миллионов уже набрал. Я поэтому людям уже не рассказываю, все в мире знают, как карася жарить. Просто вот так вот, потихонечку. Сейчас масло заведется, начнет карасик жариться. 5 миллионов просмотров? Да, одно видео. А больше нам и не за надо. Это надо выпить. Серьезно? Леночка? Леночка, наливай. Безалкогольного ему бокальчик, пожалуйста. Тай-рай. Слушай, как хорошо работает горелка. Ты видишь, смотри, масло я подлил холодное, но уже начинает заводиться. Я всем говорю, что масло должно быть. А главное, не дымит. Ну, это самое главное. Ленчик, нальешь мне еще один? У меня есть повод. О, тихо. Здрасте. А, нет, подожди. Как я? Ты, я же учил все утро, сайонара, нет? Коничуа. И нам ваши списочки. О, руки чистые, ну, в этом. Но в муке. Ребята такие, здрасте. О, моряки заехали. Ты шо, полосатый. Спасибо большое, бурю. Малышки нашей. Белый Лексус. То, что я мечтал. Никита, благодарочка. Так, идите потихонечку приземляйтесь, а мы будем что-то для вас делать. Точнее, мы уже делаем. Опа-на. А я думал, вы в кимоно приедете. Хотя нет, у тебя все нормально. Ты шо? Шикардос. Вот тебе на. Вечер добрый. Да. Здрасте, здрасте, здрасте. Смотри, как они организованы все. Ты шо? Серега? Так и здрасте. Метро, да? Нет, у них один Lexus есть лимузин. Даже в Японии такого нет, а у них есть, понял? Вот там залазишь, короче, идешь через весь салон и выходишь сюда у Липована. О, ты посмотри, как она заводится красиво. Боже мой, ёшкин кот, аромат какой. А там начали жарить? Слышь, а мне очень кажется, что они стояли за заборами и стеснялись, понял? Ну, вот только я специально сделал провокацию, начала пахнуть и понеслась. Сейчас пойдет. Миллионов нужно выпить. Кого? А, это не повод, это так. Просто приятно. Потому что я последний раз видел 4,5. Кого? А, ну, там, серьезно? Там почти 5. Ну я же как это? Ну 4 900 900 900 900 900.
Не, ну да. Ты представляешь 5 миллионов? Нет, его, просто это видео всегда в просмотрах. Вот я захожу, а остальные видео люди недооценивают. Ребята, ну как по мне, я не хвалю, но это каждое видео шедевр на самом деле. Оно же не за рецепт, оно же не за цены, оно просто именно о жизни, о хорошем настроении. Так что, все. Наши видео станут известные, когда ФБРЖ, понял, перестал с яйцами играться. Стал, ну его в баню, не оценили. И потом крос и понеслась, короче. Так может перестать играться с карасями? Или рано? Вырубай, оператор, наигрались. В Израиль едем на пенсию. А там хорошо на пенсии? Плохо? Ой, на пенсии там шикарно. Так да? Еще, ну, дожить до пенсии. А хорошая пенсия? Хорошая пенсия. Сколько? Ой, я не знаю, ну, старикам в Израиле хватает. Не то, что как бы... Ну, пару тысяч долларов? А? Пару тысяч долларов? У кого как? Да. Ты что, обижаешь? А да. Можно работать здесь, а там получать пенсию? Полторы – это точно. Хорошо, работать можно здесь, а получать там пенсию? Я надо, понял, не надо может. Надо сначала там отработать. Не, ну судя а по... А у вас будет пенсия, Марат? У меня нет, у меня будет пособие. Как оно называется, забыл. А что ты не жалуйся? Старческое пособие. Тебе что, плохо живется в Одессе? Не, я... Тебе надо это пособие? Нет. А дай его бедным матым людям в Израиле, что ты как этот? С голоду не умрем, все будет хорошо. Тоже мне, пособие. Как этот стих... Как помру, так поховайте. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на країні милі. Вот, щоб лани широкополі, і Дніпро, і Кручі. Что ты? Что? Похоронное бюро звонить, что ли? Там, де гори полонини, де стрімкі потоки ріки, де смеречок ген розмай. Лється пісня на просторі, вільна, сильна, наче море, промій милий рідний край. І у синю даль, понад горами, лється пісня ця про чудовий край. Мій рідний край, ти. Чарівний край. Марат, ти ілі губами шевілі усами, ілі не збивай. Чарівний край, черемоша і прута. Збив мене йошкін кот. Пановий давай, тихо. Понял, ти губами делаєш, як оце. І у синю даль понад горами лється пісня ця про... Давай-давай. Чудовий край, чарівний край, черемоша і прута. Край, мій милий край. Пісенний край за взяття і труда. Ти моя любов, ти рідна матенька моя земля. Ла-лай-ла-лай-лай. Я не помню. Я навіть в очках не бачу. Я можу роздвинути. Давай по-новій. Там, де гори, полонини, де стрімкі потоки ріки, де смеречок ген розмай. Нормально? Да. Лється пісня на просторі, вільна сильна, наче море, про мій милий рідний край. Короче, я тебе раздвину, скину, выучишь на чем. Я скажу Владиславу, чтобы он выучил эту песню, и на следующий раз мы втроем. Сегодня? Хорошо. Нет, втроем. Это вам может дорого стоить. Эй, тарелки, тарелки, помидоры. Я очень люблю, кстати, эту песню. Все, чё пиво моё? Давай, за твою любовь к этой песне. Так это же Софочка поет. Да, Атару. Софочка. Ой. Усыню даль, понад горами, на-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 
земля, лай-лай-лай-лай, лай-лай-лай-лай-лай. Слышь, я, эх, ты. А Йосиф, вчерашнего вечера, Марат. Да? Уже я устала, мои уши. Марат, многие думают, что мы с тобой еще те мальчики. Ну, ребята, мы еще застали те времена, когда Софочка с Салочкой ругались. Угу. Вот настолько мы древние, а помнишь? Они все время делали вид, что они дружат. Но они дружили, на самом деле. Ой, оно тебе надо. Оставь в покое все эти разговоры для тех передач, да. Ай да дай да да дай 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 Боже, как на это можно смотреть вечно? Это сказка. Согласен. Это какой-то шедевр карася варенья в масле. Да? Ох ты шо, Марат, ты чувствуешь этот аромат первого, когда первый раз переворачиваешь? О, посмотри, Катюня, а? Ты шо? Ну и чем не решетка в Лексусе? Ну вот не зря говорят, что ты...
карасей, шо? Только умеешь жарить. Алёшка жарил на баяне, шумел-гремел, посудою шалманды, табачным, как в тумане. Там исполнял одесский липован опача. Ёшкин кот. А ты там попросил лимончики, что там тарелочки? Помидорка же надо, все. А вот эту вот... Марат, пойди возьми помидорок и тарелочек. А красную вот квадратный. Эту штуку? Вася, Лена, кто-нибудь. Возьми этот легал на легане. Тарелки ему под карасей и помидорки. Брат, нет, там 16, да? Там 16 человек, 16 тарелок, да. Квадратные только в длину тарелки, Вася понял? Уже у меня здесь 8, все остальные там ребята дадут, и так что будет нормально. А и помидоры я нарежу под гарнировочку, да. И сумах у меня есть. Ты моя любовь, ты видно, матенька моя земля. Лай-лай-лай. Край, миридный край, песенный край за взятия и труда. Ты моя любовь, ты видно, матенька моя земля. Лай-лай-лай. Дякую за карася. Я тут песни пою. За карася. Эй, коняша. Под чутким руководством, или как там? Рукоблудством. Ой. Первой партии готов? Как это? Лексус с чего? С конвейера выпускают? Ну, у нас тоже себе такой себе карасевый конвейер. Боже мой. Тебе же рассказывали, Катюня, что там... Катюня, ты посмотри. Марат, это такое? Специально обученные люди, проработавшие 25 и больше лет на Тойоте, только они могут... Только они там должны еще руками орегано... А, орегами. Короче, орегано собирать. Недоминантной рукой. В воздухе, если я правша, то получается левой рукой. Я вообще не понимаю, это нереально. Дай, та-ра-ра-дай, ой, боже мой, боже мой, боже мой, какая-то прямо супер красота. Ты понимаешь, Марат, смотри, знак качества, когда вот так вот рвет карася, это свежее мясо, понял, оно настолько именно реагирует на масло, что его просто начинает выкручивать. И ты вот этим одним кусочком, как это, одним лотом вот так вот берешь, вываливаешь аккуратно мясо именно с реберной части, кость остается на позвоночнике, и, ай, что говорить. Вот так вот выглядит счастье. Я молчу, потому что у меня слюги текут все время. Да успокойся, как для тебя покормят. Даже не от этого карася, от того, как ты это рассказываешь. Сам процесс. О, таки да. Делай, делай дрынку. Лексус, ваше здоровье! Что вы нам были здоровы? И машины ваши всегда блестели. Нет. О! Вот Днепр, да? Ты что? Тай, та-ра-да-дай, та-ра-да-да-дай. Где там Владислав? Ты что, у него там, у него свидание? Он так хорошо играл, что к нему пришли невесты. Он сейчас сидит там, раздает автографы. Ага. Ты моя любовь. Слышишь? Это как бархатный белоснежный первый снег в конце октября на Фудзияму падает аккуратненько, понимаешь? А это парашют в конце января. А это февраль выгоняет уже, говорит, давай до свидания, нам некогда, нам надо уже гонять на Лексусах. Ты моя любовь. Что, братик? Да ты что, что это? Вот так вот. Это ваше. Красава, ребята. Честно говоря, это наша привязка, вот мы в них. Спасибо, да, я, слышь, снимаю шляпу просто от души. Слышь, руки чистые, но в муке. Героям слава, братик. Дуже дякую, вот, спасибо. Так, вот, не знаю, на память где-то. Ты что, Катюня, на ваш... Следующий раз я приду, шеврон с меня. Там Саня едет тоже, подяку везет, и шифрон, короче. Братцы, честно, все, а благодарочка. Катицу, Катицу, смотрите продолжение. Все, твое здоровье. Дякую. Красава. Это красота, да? Я тебя хочешь там покусать? Да нет. Нет? Ну, ты что? Все, до скорых, давай, от души. Эх ты. Ты моя любовь. Ты... А, что я делал? Про Фудзияму что-то говорил. Ты что? Ой, ты что?
А это что? Шикарный. Да. Ай-яй-яй. Вальтом. Ну это вообще просто приятно с этим иметь дело. Я даже не знаю, как сказать, но ну как есть. Шикардос, правильно? Я не знаю, где это слово взял, но у меня аналогов нет, потому что чем его заменить? Вот просто самый настоящий карасевый шикардос. Как я говорю, карась объединяет людей. Ты моя любовь, ты видна матенька. Сковородка, Марат, чтобы ты понимал, 60 сантиметров в диаметре. 4 карася и не больше. Влазит. Ну, хороший карася. Подожди, это еще не очень хороший, это такое. Бывает, когда хорошие сюда два еле-еле впихнешь. Ты же помнишь, что я в сметане, то по 1,6 кг два штуки было, два брата-акробата. Один карась, другой его коллега. Марат, такое ощущение, что он живой, ты видишь? Я бачу. Как пульсирует плавник у него от радости. Ты что, он его так глушит, что у меня он в кадр не влазит, елки-палки, с таким аппетитом, дай бог ему здоровья. Снимать? А вот тебе стоит профессионал. Это Серега так редактирует. Да. Мне сегодня Спилберг два раза звонил. Я оба раза трубку не взял. Ты что, время меня хочешь поменять? Кать, если бы я хотел поменять, я бы его сам набрал. Вот эти вот? Ты что, гайгуй, а ты где уже вынесла? 4 сейчас тебе дают с кухни. 4 я, потом 4 я дожариваю, который этот, потом этот, чтоб получилось синхронно. Ты знаешь, как они в Японии любят? Не знаешь? Любят, чтобы все было шикардос. Кстати, как по-японски шикардос будет? Так и будет. Оригами. Не, аригато. Это спасибо, благодарю. Марат, я тренировался. Это ингаляция карасевая, ты что, просто именно сухой душ, но очень бесподобно вкусный. Мама дорогая какой. Ты моя любовь, ты видна, матенька моя земля. Ла-лай-ла-лай. Где-то гуляет там. Да. На дискотеке уже отжигает. А, извините, что, так и началось? Невкусненько. Нагребаемое хорошее, вот тебе еще. Все, с меня 4 карася, остальные ребятам, так что все будет добры, идем. Куда мне идти? Куда-нибудь. Днепр, дай пройти. Все, у нас тут важное мероприятие. Сказал, что вы сегодня отдыхаете. Да. Я действительно отдыхаю, наслаждаюсь. Марата не тронете, что? Серега карасем угостит. Ё-мо. Сейчас я отдам ребятам, чтобы они уже спокойно сидели. Давай, спасибо! Ёлки-палки, ты что? Сегодня прямо... Всё? Прямо... Ну, давай, Маратик, да, конечно же. Чтоб тут было красиво. Ладно, уж так и порежьте помидорки. Да, немножко чуть там потолще, может, как-нибудь, ты понял? Это нам на салатик будет. Чтоб мне было удобно. Гребень, это же... Понял? Из помидор я делаю, строю гребень карасёвый. Вашу кашу. Нашу или вашу? А. Ты моя любовь. Мы, он все говорит. Вашу, мы. Так, что, почти готово? Слышишь? Ай, Марат. Эх, ты. Слышь, есть жидкое золото Франции, знаешь, вино такое известное? Очень дорогое, необыкновенно вкусное. Я не видел, но пару раз бутылку трогал. Точнее, я не пробовал, но бутылку такую трогал. Продавал. А это хрустящее золото Липован. Рыба моей мечты. Эх ты. Так, что, сейчас накормим, Лексус докормим и за себя возьмемся. Ура! От Одессы до Херсона песенка плывет, плывет. Так, Катюня, что осталось? Марат, подайте. Вот то деревянное. Дай. Сумах чуть-чуть. Вот такое чисто. На помидорку и где-то рядышком. Сладкий карась, понял?
Сладкая помидорка, кислый сумах. Эх ты! Шикардос. Не знай, но ты ля. Ника, помоги, Игоря позови. Бесы, да, Херсон. Подойди, вон люди руку подняли, зовут. А? Ай, извини, брат. На, тебе два карася. Дай кому-нибудь, только иди за мной. А я думала, ты все четыре возьмешь, Сережка. От Одессы до Херсона песенка плывет. Извините, аккуратненько, если что пиво уронишь, то ему купишь, понял? Он уже привык. Никита, приятного аппетита. Ребята, у кого нет, у тебя нет? А, у тебя будет, ты так сказала, что хочется. Тебе прямо всех отдать. Дай ей два, понял? Дай ей два. Что, кому еще, ребят? Карась, свежий карась, бесплатный карась. Кому карась, Никита? По-японски как будет карась? Чунчманчхой? Ладно. Рыба. Рыба. Так и рыба, елки-палки. Карась-сан? А, точно. От Одессы до Херсона днем и ночью не... Скажите, кто из вас любит что-нибудь острое? Мне с Фудзиямы. Мне с Фудзиямы прислали соус. Я вам дам. Серьезно? Да, ты что? Обжигает губы, как снежный лед. Держи. От Одессы до Херсона. Так. Плывет. Короче. Браво. Браво, браво. Пошел я удивлять. Сережа, ты точно люди хотят удивляться? Ты что, делегация с Японии приехала? Они с этим чай пьют. Мы продолжаем нашу музыкальную программу. Пожалуйста, в перерывах подходите, заказывайте музыку. Мы с удовольствием исполним ваши любимые композиции, мелодии из популярного эстрадного репертуара. Итак, в продолжение нашей программы. Нашего. Так, а где у меня там была эта японская бутылочка? Ладно, искать не буду. Пойду с этими, правильно? Есть зеленая. Что еще надо дать? Так. Банда из Амура. Где сыпучая? Вот это по-японски. Все, я ушел с соусами. Губчика. Короче, есть сыпучая хорошая, а есть вот жидкая. Но это вообще отвал башки. Ульяночка. Какое? Ой, Ульяночка, слышишь, ты что я говорю? Вот это? Думаю, смотри. Сама адова. Где? Как? Зубочистку возьми. Как Мишка рычит? Сейчас. Короче, я у вас тест-драйв делал на Лексусе, а ну теперь гоняй мои соуса. Давай по полной. Брат, макай. Что? Она знает. Пожалуйста, сковывали. Не надо это правда. Надо оператора спросить, я же не знаю. Опача. Все. Можно влюбиться и ошибиться, ах, если браво, дозвать на пирот. Тумбала, тумбала. Катенька. Что, Серёга? Ну что, тебе это не золото? Слышишь, иди сюда, я знаю хороший кадр. Вот так вот встань, там, где маэстро снимает. Как, вот так вот? Нет. Что бы ты без меня делала? Присядь немножко. Раздвинь немножко. Да не это, вот это. И что, тебе не кадр? Ой, всем кадром кадр. Всем кадром кадр. Ну, они у меня 50-60 весят гигабайт. А монтаж? Сохраняется? Ну, монтировать пример провода монтировать или нет? Не, VivaCut у меня. Да. На телефон. Я прямо на телефоне Понятно. Монтирую, да, там же сохраняю, я тут же гружу. Ну, в 4К получается один к одному, если там 50 минут, 50 гигабайтов. Там плюс-минус, в зависимости от освещения, насколько насыщенная картинка. Там-там-там! Слышь, под такую шикарную японскую нет! Сейчас я ему закажу Джохи Сейши. Слышь, одолжи 200 гривен. У меня нет. Марат, договорись с ним в долг. Ты ж с Израиля, ты умеешь. Сейчас я... Короче, друзьяки, от всей души с хорошим настроением для вас сегодня шел к своей мечте, а это... Ха-ха-ха! Там... За белый Лексус. Все.
Звони старшему в Японию, как его зовут? Того, которого вы глазки пинали. О, которому я песню пел, да. Да, братик, все нормально, я ему еще раз спою бесплатно, все будет хорошо. Тем более я уже карася пожарил. Это не сами, да, а да? Да, я шучу. Все у нас хорошо, по любви и по-братски, правильно? Марат, тебе спасибо огромное. Да что Израиль тебя вызволил в Одессу, маму, наконец-то своего сына вернул. Что бы ты там без нас делал? Это жарки карасей. Что бы ты там без нас и без карасей делал, правильно? Ничего. Это точно. Короче, взяки от всей души, с вашим настроением, чтобы у вас все было замечательно. Так и так. Всем пока-пока. Чао. Чао. Ну а мы... Да. Должен 200 гривен. А я сам договорюсь. Все, оставь. Я же липован, я забыл. Ты что? Вы же у меня. Не надо, ты что? Сейчас я такую песню японскую захожу, закажу. Джо Хисаиши. Не перепутай, у него две их. Один летний день, мультика, а вторая аниме. Там такое, он такое исполняет. Сейчас мне Lexus Sakura дадут, понял? Даже без карася. Так, а песня? Люди же хотят послушать. Эй, ты, кукарача, это не песня, это музыка. Кукарача знаешь где? У тебя в одном... Флагом, ребенок. О, ты что? Шалом погрызла. Лимончики, вы мои лимончики, не растете в моем саду. Все. После этого кадра нас точно в Израиль примут. Если до этого я сомневался. Да ты уже определись. Lexus, Израиль, песня. Что-то у тебя как это... На Лексусе едем в Израиль петь песни. Правильно? Марат, вы на Лексусе в Израиль ездили? Да, через пару можно.